Что ж, друзья, возвращаемся в эфир. Трикет против Galaxy Racer. Ну, матч обещает быть интересным. Команды довольно-таки равные. Ну и микрофона по-прежнему Криптон. И также сегодня со мной Зир. Привет. Здравствуйте, коллега, дорогие друзья. Возвращаемся к этому к новому матчу. Карта Overpass — это пик команды Galaxy Racer. И на минуточку, винрейт у них по последним 9 матчам 89%. То есть всего лишь одну из 9 карт и игр они проиграли на этой карте. Так что я думаю, ну, как минимум, что-то невероятное, что-то прикольное, так скажем, какие-то хайлайты нам должны показать шведы. И как смогут обороняться против таких мощных игроков игроки команды Этрикет. Ну вот, представление команд на ваших и на наших экранах. Зипс, Кир, Лаки, Квест и Прайм сегодня будут противостоять, получается, гонщикам из неба, да? Galaxy Racer, Плезен, Джоэл, ну и, конечно же, Диско Доплан в смеси Джей-Зи и Дизеном. Вот так вот. Диско Доплан, кстати, наверное, самый опытный из них игрок, он... Да? Четвертое место занимал на мейджоре в 2017 году вместе с командой Fnatic, что, конечно же, сказывается, наверное, на игровом опыте, на понимании игры, в принципе, то, что многие какие-то знания он может передать своим тиммейтам в новой команде на данный момент. Угу. Ну, не Overpass для команды Fnatic, если мы вот к ней все-таки вернемся. Карта значимая, да? Думаю, для Диско Доплана Overpass как родной будет. Все мы помним подсадки Fnatic и как Луфмейстер тогда горел, диффузил, да? Легенды просто до сих пор остаются и ходят. Посмотрим, ну, я думаю, винрейт дает о себе знать, конечно же, так что начинают они за сторону атаки, соответственно, их соперник за сторону защиты и врыв в коннектор. Видим от Диско Доплана, мид контролируется также игроками Трикет. Пока что притаилась атака, ждут какого-то поджима, хотят найти минус, не подставляясь под прицел соперников. Ну и медленная атака от Galaxy Racer. Ну, в свою очередь, Трики тоже не подставляются, не хотят напороться на прицел своих соперников. По шапке получить, конечно же, в начале раунда и отдать опен ни одна из команд желания не имеет. Плэджин в этот момент выходит на мид, чекает банан, никого что пока что там не находит. И, по-моему, это фейк база, я так полагаю. Ну и выход будет под базу Б через зигзаг. Понимают это игроки команды Трикет. Уже вот здесь на подсадке Зипсит спалил своих оппонентов. Здесь смог на хелпу, пытается нашить этот смог. Ну и главное сейчас, конечно же, игрокам атаки занять более выгодно для себя позиции и поставить бомбу. Что, в принципе, они и делают. Пока что без разменов действуют обе команды. Выход на зигзаг уже имеется. Вот тут флешон довольно стоял Диско Доплан. Ну и подставился под хэдшот. Дезен также вырубает Квейзен, но Кир на размене. А ситуация в равных составах. Ну, Кир это... Эту ситуацию вместе с Лаки уменьшивают, но Джоэль последний. С P250-м какой хэдшот от Джоэля? Первый, второй, но Прайм это дело, конечно же, остановил. И счет 1-0 в пользу команды Трикет и Спорт. Ну и в итоге на выбивании Трикет неплохо сработали, да? То есть объективно они оказались сильнее на выбивании. Такое ощущение, что специально отпустили сайт. Возможно, так оно и есть. И, возможно, примерно в такой тенденции, да, в таком стиле будут Трикет и действовать. То есть мы отдаем сайт, но зато мы хорошо его выбиваем. Так, с самого начала у нас появляются аж две М-ки на руках у защитников. Также имеется два ФАМАСа. Ну и фармилка, разумеется, должна присутствовать. И там, смотри, ответный форс. Вот это действительно интересно. Есть скаут у Джоэля, и, возможно, он его реализует. Посмотрим. Единственное, Диско Доплан остался с пистолетом, да, с диглом, но зато закупился гранатами. Вот так вот играет на команду, потому что данный игрок. А вот и гранаты. Ну, он погиб самый первый, соответственно, да, не успел он хоть немножко даже заработать денег. Но, тем не менее, бомба была поставлена, это дает, конечно же, возможность зафорсить. Также присутствует в скаут, что немаловажно, но по девайсам все-таки, конечно, превосходит своих оппонентов команды Трикет. Ну, хотя три Галилы, скаут и Дигл, я думаю, ничем так особо не уступают. Ну, три эмки, точнее, даже две дают о себе знать, и одну эмку уже теряют игроки команды Трикет. Опен за игроками атаки. Ну да, вот тебе и Галил. Перестреляли Кира, перестреляли Квеза, и теперь в большинстве будут отыгрывать террористы. Плазина единственное потеряли, а бомба все еще не установлена. Минут на таймере, да и ставить, каким образом можно бомбу, когда до сайта не дошел, да? А, тоже верно. Что ж,
Посмотрим. Дискодоплан на воде должен встретиться с оппонентом, а тот спиной к нему выходит, второго не заберет, заберет дискодоплан. И второго игрока, ну, чуть не повезло защитникам. Немножко они растерялись, возможно, вдвоем нужно было чуть быстрее выходить, но кто его знает, да. Все-таки тайминги, как мы и говорим, везение присутствует в Counter-Strike, и сейчас дискодоплан хороший для себя тайминг поймал. Лаки последние с ФАМАСом на руках, но тут сейф, 100%. Ну, игроки Триггит сейчас довольно рискованно действовали, два играли зигзаг, правда. Не самый лучший тайминг для себя поймали, за что был были наказаны дискодопланом, в спину практически забрал он своего оппонента первого, ну и ничего не оставалось, как просто перевестись и выйти второму игроку атаки на последнего. Соответственно, Лаки последний, он был на длине, но помочь своим тиммейтам никоим образом не может. Это 1-1, форс все-таки берут игроки команды Galaxy, хотя, ну, по девайсам, я думаю, не будем скрывать, конечно же, игроки команды Tricket были немного лучше. Что ж, 1-1. Последует ли ответный форс? Я думаю, что да, денег недостаточно у команды Tricket Esports. Правда, еще есть засейвленный ФАМАС, что, конечно же, дает шансы на победу в ответном форсе. Будем наблюдать прямо сейчас. Ну вот, молодые игроки и их наставники, да, можно так сказать. Дискодоплан тоже на месте. Книги? Книги на заднем фоне, это, конечно, радует. Нужно читать книги. Навязываю мнение в прямом эфире. Ладно. Один ФАМАС засейвили, но это недостаточно этого, конечно же. И по девайсам сейчас проседает Tricket Esports. Не хотелось отдавать им форс. А вот, кстати говоря, коэффициенты подвезли. 2.35 на Tricket и 1.53 лотбет ставит на Galaxy Racing. Вот так. Pleasant. Классные два фрага имеются. И в абсолютном меньшинстве теперь Tricket находится. Имеется у Lucky только один ФАМАС. Ну и с ФАМАСом, который я отмечал уже не один раз, да, с ним будет сложно что-либо показать против четверых игроков атаки. Хотя вот Джоли, может, спину заберут, как думаешь? Поймает ли тайминг? А, он развернулся. Нет, тот не развернулся, да, он ушел. Ну, кстати, коэффициенты довольно большие для Galaxy Racer, хотя бинрейт у них довольно высокий. 8 из 9 карт они последних забрали на оверпайсе, и полтора коэффициент более, чем, думаю, сильный. Ведь, думаю, букмекеры дают шанс игрокам воспользоваться такой возможностью. Ну и будет сейф. Будет сейф Армора, также Дигла и ФАМАС. Ну и очень аккуратно действуют игроки команды Tricket. Не идут на выбивание. Пытаются играть максимально сейвово. Есть еще и засейвленная М-ка. Также присутствует три Галила. Ну я думаю, дискодоплан 100% будет с калашом. А другие тиммейты будут ли покупать калаши? Я думаю, что нет. Будет экономический раунд в следующем раунде. И не обязательно, конечно же, покупать настолько мощную орудие, как Калашников. Думаю, Галила, конечно же, вполне достаточно. Два раза засейвил Лаки свой девайс. Вот так вот. Спаси и сохрани. А, да, действительно. Смотри, дискодоплан покупает маг и гранаты. Ну, действительно, сегодня этот парень играет на команду. И на самом деле читает. Читает дискодоплан сейчас экономику своего оппонента. Потому что действительно там появляются пистолетики, да, юспы даже кто-то оставляет, это квесы, кир, и с P2000 вроде бы зипс отыгрывает, да. Поэтому решили вообще не закупаться Tricket и оставить деньги на будущее. Я думаю, даже, возможно, появятся две снайперские винтовки. На оверпассе это тоже не редкость, хотя вот не знаю, нужны ли они в данной ситуации, ты как считаешь? Сейчас они не помешают или все-таки нужно отложить это решение на позже? Обязательно нужны, конечно же, два снайперских девайса. Другое дело то, что вряд ли денег хватит на эти два снайперских девайса. Ну, если заберут раунд, то вполне возможно. Но видим, что дискодоплан закупил маг и самым первым ворвался на зигзаг, прочекал всю позицию, всю ситуацию. Ну и понимаешь, на зигзаге никого нету. Можно выходить под базу Б, но тут Prime довольно жестко действует по Джоэлю и есть опен за игроками Tricket, но база Б должна скрываться, пока что до конца не верят, что оставили пустую базу Б игроки команды Tricket. И без проблем, соответственно, ставится бомба, это третий раунд для Galaxy Racer, без каких-либо проблем, я предполагаю. Этот раунд они должны забирать свою копилку. Что ж, пойдут ли на выбивание игроки команды Tricket, попытаются ли выбить девайс, унести следующий раунд. Есть, конечно же, один Галил, есть один ФАМАС, но его тут подставляется все-таки Кир. На размене хочет действовать Prime, но его, скорее всего, должен забирать Дезен.
Но это не отменяет того факта, что все-таки раунд уходит в копилку команды Galaxy. Угу. Да, по-любому. Это тут не обсуждается. И, скорее всего, Lucky снова засейвит свой фанус, да? В очередной раз. Да, так и должен делать. Третий раз для него. Ну, не повезло, не повезло. В этот раз не дали, да. Так вот, говорю, нравится мне звук Галила. Тебе как? Чем тебе нравится? Ну, не знаю, какой-то он приятный, мягкий. Вот, в отличие от всех остальных звуков в игре, вот выстрел с Галила доставляет какие-то удовольствия, какое-то доставляет ушам моим, не знаю. Хотя вот стрелять с него иногда бывает сложно, потому что там спрей контролится куда-то далеко. Техническая пауза у нас на экранах появилась. Что там по экономике, вот мы можем красиво все посмотреть. Full buy у команд защитников. Появляется, наконец-таки, АВП за атаку. Джоэл будет играть с ним, да. И гранаты. По гранатам все замечательно, все хорошо. 3-1 счет, мы возвращаемся в игру, друзья. Пишем в чате, за кого болеем. Просто топим за команды, пускаем щиты, я не знаю, что там еще может запустить. И все-таки Lucky будет единственным снайпером своего коллектива в данной ситуации. Ну, Дезон на дуэль решил не выходить, откинул молотов, и Lucky ничего не остается, кроме как просто уйти. Действительно, счастливчик получается. Ну, от Зони здесь его в коннекторе моликом не удалось реализовать свой снайперский девайс в коннекторе, но, тем не менее, очень даже уверенно он смог попытать счастье в туалетах, убил игрока на шариках, и есть опен, конечно, за террористами. Точнее, прошу прощения, за спецназовцами. А врыв под базу Б планируется игроками атаки. Здесь на бочках замечают Зипсита. Ну, флешет сам довольно сильно проседает. Но тут жесткий хедшот от Чоузи присутствует в туалетах. И теперь численный состав, конечно, равен. Но довольно сильно просел по здоровью Плэжен. И абсолютно сотые игроки команды Трикет. Ну да, здесь его могут просто одним патроном забрать и отправить в таверну, ну, в следующий раунд. Так, Lucky, ой, Lucky, ну, не повезло немножко, там кирпичик вылез, судя по всему, из туалета, или этот вот умывальник, да, помешал, и получился прострел. Хотя Lucky сам законтролил туалет и дал оттуда фраг, еще и по ХП просел его оппонент, так что, в принципе, свою работу он выполнил, как и сейчас рифлер команды защитников. Ну, чуть-чуть не повезло со спреем, там флешон еще оставался. И ситуация 2 в 3 совсем не в пользу Дискодоплана и его тиммейта. Плейзен имеет 22 хп и снайперскую винтовку на руках. Ну, все, все, его тут уже будут дожимать и засейвить не дадут. 10 секунд на таймере, бомба не установлена. Шансов на взятие раунда у Galaxy Racer не остается. Это 2-3, друзья. Игра будет близкая, я прям чувствую. Не знаю. Ну, знаешь, здесь Зипсет на самом деле не то, что не повезло со спреем, он просто как будто бы вышел и занервничал, что такое количество игроков, и он находится у них за спинами, смог убрать только одного и забрать, соответственно, остального не смог. Ну а вы, друзья, можете забрать промокод BLAST на лутбете, получите 100% бонус к депозиту и плюс 35 фриспинов. Пишите в чатике BLAST, либо кликайте на баннер по трансляции, не упускайте такую возможность. Ну и вот, снова с одним АВП будет играть защита, и я думаю, эту ситуацию подмечать нам уже с тобой не стоит, потому что это как классик сам настоящий. Теперь в игре у команды Tricked Esports не хотят они спешить со второй снайперской винтовкой и форсировать события, наверное, действительно не стоит. КВС будет сам, что ли, Б принимать, получается так, да. Стоит, смотрит и монстр, и шорт старается пропикивать одновременно, вот откинул смок на себя и, наверное, займет позицию ближе к решетке, да? Ну да, так ну, происходит. Тут видишь, Прайм все-таки погиб от Дискодоплана. Как раз-таки в зигзаге погиб. А, нет, тут на посадке погиб. Прайм его Дискодоплан без проблем забрал. И, конечно же, это является проблемой для опорника базы Б одному стоять здесь и принимать что-то. Ну, крайне тяжело Зипситу. После еще и прошлого раунда, я думаю, немножко есть у него доля неуверенности. Хотя довольно грамотно раскидывает гранаты, раскинул смоки, есть также молик на зигзаг, и, конечно, это дает преимущество игрокам обороны. Ну, в перетяжке, вот уже квест пришел ему на перетяжку, и действовать, оборонять базу Б куда становится легче. Нет, смотри, я вот ошибся тоже. Квест стоял ближе к монстру с самого начала, и ребята сделали подсадку, то есть изначально было 3 игрока под Б.
понимаешь? То есть по радару этого не видно было, потому что игрок на игроке стоял. Ну ладно, тут выход на Б продолжается, тут флешон и Плессен врывается, двоих игроков занимает, на себя забирает, точнее, двоих игроков. Ну и, в принципе, здесь уходит на сейв. Контртеррористы, ничего не остается, одна флешка, один врыв, одна игра. Так вот, три игрока было на Б изначально, просто этого не было видно из-за того, что игроки стояли друг на друге. Вот в чем интересность нашего радара. Вот так вот. Ну ладно. Да, действительно, мы так. В итоге здесь... не сдержали. Здесь повезло Плэшу, но под свою же флешку он ворвался на монстра. Ну, был, наверное, фуловый, я так полагаю, просто повезло и смог законтролить спрей двоих, что не смогли законтролить два игрока команды Tricket. Что ж, это третий раунд в пользу команды Galaxy Racer. Что-то нужно делать Tricket, конечно, предпринимать какие-то другие решения, либо же менять полностью вектор обороны. Так, там пики у нас просят в чате. Друзья, первая карта пик команды Galaxy Racer, это Overpass. Вторая карта пик команды Tricket, это Train. Ну, прям душу радует. И на Десайдере у нас Inferno. Ну, я думаю, до Inferno мы сегодня точно дойдем. Если не дойдем, так доползем. И думаю, дополнительные раунды, в принципе, тоже возможны. Хотя, возможно, возможно. Команды просто заберут по своему пику и пойдут дальше. Так, тут подсадка, подождите-ка. А вот это интересно, ждут ответную подсадку от оппонентов, но ее не последовало. То есть, возможно, смотрели демки и, ну, не угадали немножко с таймингом, либо сейчас Galaxy Racer решили принять другое. Точнее, приняли другое решение и надвинулись на П более агрессивно. Вообще интересно, да, в любом случае, Tricket готовились, и это радует. Ну, знаешь ли, тут не то, что даже демка, возможно... Это довольно уж дефолтная стала подсадкой для всех команд, не только для какой-то особенной, там, скажем, организации. Очень часто эту подсадку используют, соответственно, просто решили наугад проверить, то есть от этого они особо ничего не потеряли. Другое дело, если бы, конечно, Galaxy Racer какой-то фаст врыв под базу бы сделали, тогда бы много времени, много тайминга потеряли бы игроки Tricket, но этого блага для них, конечно же, не произошло. Здесь Чоузи забирает Кира. Лаки попытался также на размен выйти, но и его похоронил игрок. Команд Лаки для Лаки. Шведского коллектива. Ну и 2 в 5, такое сложно будет собрать сейчас контртеррористам. Квест остается последним. Так вот, почему я так отметил эту подсадку? Я заметил, что чаще всего сейчас ее делают только на определенных таймингах. То есть действительно делают какую-то заготовку, чтобы много времени не тратить. Они смотрят, ну, команды смотрят демки своих противников, и вот в конкретном раунде именно делают эту подсадку. Ну, возможно, действительно, хотели сейчас Tricket угадать, чуть-чуть не повезло. А вот коэффициенты. Подъехали 3.95 на Tricket eSport. Вот так вот, друзья. Ну и упал коэффициент на Galaxy Racer, как ты и заказывал. Да. Ну, следующая карта у нас намечается, карта Train. На ней 65% винрейт имеет коллектив из Дании. Но статистики у Galaxy Racer, к сожалению, по трейну у нас не имеется. Вот здесь вот зато имеем минус по Чоузи от Лаки. Есть опен за игроками обороны. Ну вот сейчас ответная подсадка была. И, как ни странно, снова не угадали. Как-то не везет с подсадками коллективом. Кир оформляет свой минус на детской площадке. Уже в абсолютном меньшинстве находятся террористы. Кир потерял много фастпоинтов. Прайма потеряли под точкой базы Б. И будут меньше... Ну нет. По-прежнему в меньшинстве террористы находятся. Мне это показалось, что Кира добьют. Пока что он живой. Ситуация 2 в 4 для игроков Galaxy Racer. Либо уходить на сейф, либо пытаться разыграть через базу А, либо, ну, на каком-то лаке просто врываться под базу Б, что, в принципе, Плэш может сделать. Минус по первому знает об игроке на монстре, но немного не перевел прицел. Но Дезен пытается разменять. Получается у него это сделать. 1-2, бомба у него на руках, и шансы на постановку бомбы есть. Нужно быстрее действовать, правда. Один игрок уже спешит с монстра, один игрок на зигзаге. Что же предпримет в этом случае Дезен? Все очень сильно зависит от тайминга. И как раз-таки этот тайминг сыграл, не подчекал он зигзаг, за что и поплатился от Лаки. Но, тем не менее, бомба поставлена. Деньги для коллектива из Швеции имеются на следующий раунд. Ну и вообще у них экономика довольно крепкая. Особо много от этого, конечно же, они не потеряли.
5-3, друзья, продолжается карта Overpass, и команда Tricket пытается до конца все-таки дожать своих оппонентов, не отдать сильную сторону карты Overpass. Ну вот если говорим про Overpass, то в первую очередь нужно помнить о том, что эта карта меньше всего поддавалась изменениям за последнее время. Единственное, убрали окошки из туалета, да, там теперь нельзя делать подсадку, но это изменение незначительное абсолютно, то есть... Мираж, например, там текстуры меняли, да, постоянно что-то меняют на миду, под Б, возможно, лестницу какую-то убрали или ящики, наоборот, ящики убрали, лестницу поставили. Так вот, оверпас практически не меняется, ну, добавили фонари, ну, классно. А так, в принципе, ну, стабильная карта, я думаю, ее уже все успели полюбить, а кто-то даже возненавидеть. Ладно, 9-й раунд на наших с вами экранах. Лирическое отступление окончено. Возвращаемся в войну. Дискодоплан оформляет свой минус. Уже погибает Лаки. И теперь в меньшинстве будет разыгрывать Tricked Esports. На самом деле Overpass подвергался изменениям, но просто давно уже этого не делали. Вспомни только базу А, насколько она была. Даже ну, любая, хоть Б, хоть А база, они были довольно жестко изменены. Ну, правда, это было очень давно, так что ну, да, к новой мете, к новой карте, конечно же, привыкли вообще все коллективы. Баланс этой карты, ну, он есть, конечно же, но то же самое. Для кого как? Для кого-то полегче за защиту, кому-то легче за атаку. Ну, я считаю, конечно, за защиту, наверное, сильной стороной. Ну, многие коллективы нам демонстрируют и за атаку, в том числе Galaxy Racer, насколько жестко можно здесь действовать. Ну и так, с фарминг, довольно жестко работал, да? Да, зиптит, и в итоге смог забрать одного, сразу же диска допла на размене, врыв под базу А, осуществлен игроками Galaxy Racer, минус по первому. И ситуация 2 в 4, такое взять, ну, нереально, я думаю, игрокам команды Tricket. Приходится, конечно же, уходить на сейв, слишком много позиций, которые нужно чекать, нету гранат, нету смоков. Просто нужно, конечно же, выжить в этом раунде и попытаться реализовать свои девайсы в следующем. Что ж, 6-3, друзья, двукратное преимущество у команды Galaxy Racer. А 3GD снова теряют возможности для камбэка. Экономика у них отсутствует, плюс-бонус вряд ли что-то поможет изменить в следующем раунде. Ну, я думаю, потенциально 7-й раунд для коллектива из Швеции. Ну, судя по всему, так оно и будет, но не знаю, возможно, там диглы сработают, да, которые сейчас появятся, ну, ошибся я, судя по всему, 2000 на руках у Лаки, совсем не уследил за экономикой, действительно, все очень печально, и даже на дигл банально, ну, нет смысла его сейчас просто брать, два кольта отыграем, ну, ауку прайма. Ладно, и снова коэффициенты, друзья, в принципе, они особо не меняются, единственное... Подняли коэффициент на Galaxy Racer. За этим вот интересно наблюдать, знаешь, как на бирже прямо. Вверх-вниз, вверх-вниз. Да. Ну, как ты и подметил, скорее всего, это 7-й раунд команды Galaxy Racer. Вот такой вопрос хотелось бы задать. Ладно, задам его позже. Подожди, тут интересный момент. Думал, ничего интересного уже не будет в этом раунде. А тут КВС классно подпушил и наконец-то сыграл агрессивно под Б. Давно я такого от него не наблюдал. Чаще всего он прятался где-то за смоками. Ну... На этом интересности не заканчиваются. Классный хедшот по Чейзи. И уже в меньшинстве находится Galaxy Racer. Да ладно. Ну, это жесткий вот хедшот был. На самом деле, на такой дистанции с диглом, ну, очень уверенно выстрелил и попал прямо в цель. 3 в 5 будут разыгрывать Galaxy Racer, но благо есть дискодоплан, который умеет жестко действовать. Самый опытный, наверное, игрок команды Galaxy, дискодоплан, попытался забрать игрока на цементе, в итоге погибает он тоже, последний остается против пятерых. Да, это, да. Ну, это эко-раунд, практически с двумя девайсами, 5 в 0. Ну, прям не угадываем мы сегодня, конечно же, с эко-раундами, прям не везет нам немножко, да? Ну, на то мы и комментаторы, чтобы говорить по делу, а не гадать, да, к гадалке ходить. А, так вот, вопрос следующий. Убрали сейчас Трейн, еще раз вернемся к этой теме. Если бы у тебя был выбор, Трейн, Оверпас или Мираж, какую карту ты бы заменил на новую? Я бы Мираж точно поменял бы. Эта карта слишком поднадоела на самом деле, да и дисбаланса на ней тоже очень много, если даже вот взять такую позицию, как в коннекторе на ящике, то есть, да, если ты выходишь с ковров,
То есть тебе надо чекать очень много позиций. Это нычка в коврах, под коврами, яма, тетрис, дефолт, секретка, КТ, джангл, коннектор. Даже вот эта вот позиция в коннекторе, которая прочекивается с ящика, то есть с коннектора, когда чекаешь ковры, ну это имба позиция просто. Туда нацелиться игроку атаки, то есть выйти с ковров и нацелиться туда, ну это 1 к 100, наверное, шанс, что ты выиграешь эту перестрелку. То есть много слишком дисбаланса, хоть и добавляли какие-то скамейки на миду, что-то еще, но тем не менее карта такая, больше на стрельбу, меньше, наверное, на какие-то такие стратегические там комбинации и тому подобное. Что думаешь по этому поводу ты? Ну вот попозже вернемся, потому что здесь все-таки врываются под флешку уже игроки атаки. Побоялись они изначально захватывать лонг, решили повременить с этим. Ну и в принципе успех в этом какой-то определенный есть. Однако вот Лаки забрал, получается, под свою опеку данную позицию на карте. Да и в принципе всю территорию уже контртеррористы себе присвоили. А здесь выход на Б или на А? Что вообще происходит? Бомба стягивается на банан. При этом один игрок выходит, это диско доплен на Б, и он будет отвлекать. Это фейк, это фейк от диско доплена. Бомба уже под бананом, погибает туалет, и выход на А продолжается. На чисто, можно убивать сейчас мусорку. На ней стоит прайм, прайм погибает, падает. Ситуация 2 в 2, бомба ставится. Гениально просто розыгрыш от Galaxy Racer. Pleasant. Нужно дожимать своего оппонента, конечно же, но он остается последним. Ой, как быстро потерял тиммейта сейчас данный игрок. Сложно, сложно будет. Нужно и банк убить, и в спину развернуться. Какая ситуация. Такая ситуация. Выигрывается 1 на 100 раз. Вот это вантап, а второй будет. Какие хэдшот от Pleasant'а. Просто великолепно. Что только 7-4. Что сделал игрок шведского коллектива? Что это такое? Он просто уверенно, хладнокровно, максимально... Ну, я не знаю, у меня слов нету, это действительно профессионал своего дела, знакомый всем ник, я думаю, но, тем не менее, почему-то не замечал за ним на статистике, точнее, в профиле его HLTV, в каких-либо таких именитых командах он не играл, но это не мешает ему брать такие невероятные клатчи 1-2, максимально уверенные хедшоты, ну, это дорогого стоит, дорогие друзья. В общем, отвечу я на твой вопрос коротко и ясно, минус Мираж, по-любому, это не обсуждается. Ну, ладно. Лаки здесь уже надамажил своего оппонента. Кстати говоря, снайперская дуэль в итоге состоялась на миду, правда говоря, не во всей красе. Прайм. На дверь сломали? Или он сам сломал? А почему же спиной открываются под прайма? Прайм этой возможностью воспользовался. Замечательно. Но размен от диска доплана. Ну, размен больше, конечно же, в пользу команды атаки. Теряя игрока обороны, это... В любом случае, долгий ретейк и меньше игроков на какой-то позиции, соответственно, игрокам атаки, ну, намного легче действовать, заходить на какую-то точку и выиграть этот раунд. Другое дело, да. То, что 2 зигзаг, вряд ли это угадывают игроки команды Galaxy Racer, но, тем не менее, Pleasant приходит на подмогу диска доплану. Вот, хочу сказать, несмотря на это, в спину зашел уже игрок защиты, то есть лонг снова не занимается игроками атаки. Да, они вроде бы как выигрывают себе большинство, но этого не хватает. Этого просто недостаточно сейчас, потому что у вас и в спине игрок, и 2 на зиге. То есть Tricked, в принципе, заняли хорошие позиции, и они себя чувствуют уверенно на оверпассе, даже несмотря на то, что это пик команды Galaxy Racer. Привет. Тут Лаки не повезло, конечно. Вроде бы и грамотно пикнул, да? Но вот чуть-чуть не своевременно. Что? Подождите. Какой жесткий Джоэль. Ситуация 2 в 2. Он просто первого врубает зумом. Ну, жестким. Я бы сказал, даже фликом вроде бы, да? А второго фазум. Ну, мы даже этот зум заметить не успели. Благо. Благо мы это увидели на киллфиде. Ну что ж, 8-4, двукратное преимущество шведов над своими оппонентами, и Tricked'у приходится делать экономически. У них 4 юспа и P2000 у Зипзита. Что ж, ну такой раунд имеет место быть, правда, без арморов они еще. Есть 1 флешка всего лишь и 4 коннектора. Догадываются, по-моему, игроки Galaxy об этом. Тут Дезон просто фармит весь урожай, забирает максимально уверенно. Минус 4 от Дезона. Это 9-й раунд в пользу команды Galaxy Racer. Что ж, предпоследний раунд первой половины. Ну, действительно, максимально уверенно.
сейчас вот идеально подходит для описания Дезена. Он, по-моему, даже ни разу не моргнул. Видел, как он прицелом переводился, по-моему, не почувствовал. Да, тут либо 9-6 получается. Да, все-таки не последний раунд, предпоследний. Ты так сказал, по-моему. Ну ладно. Либо 9-6, либо 11-4. У меня вот такие вот прогнозы. Не знаю, почему мне так кажется. Ну, подрезал немножко своего тиммейта игрок Galaxy. Но, тем не менее, всего лишь 22% здоровья теряет Chosen. Ну, Дезен снова работает жестко по коннектору. Минус Кир, минус Зипзет. И снова в меньшинстве приходится действовать. Как хорош Pleasure. Он уже пытался просто уйти, но на лаке залетела шара по голове Квеза. И ситуация 2 в 4. Но тем не менее, 2-3 даже очень сильно... Нет, 2 очень сильно каленых игрока команды Galaxy Racer. Об этом, скорее всего, информация имеется у Тригеда Prime. Зависит все от него, но уже не зависит. И база будет скрыта. Последний лаки, 92% здоровья. Есть семка на руках, есть флешка. Попытается выбить? Возможно, да. Ну вот что-то произошло у Tricked Esport. С самого начала они отметились хорошо в ретейке, но потом действительно ни одного ретейка, по-моему, и не было выиграно. Это, конечно, обидно, когда так происходит. И вот эта вот модель обороны, которую они поставили с самого начала, она не работает в данной ситуации. Нужно придумывать что-то новое, как делал Квест, он пушил, да, например, в смог, когда это было нужно. Ну, пока что действительно Galaxy Racer смотрится уверенно и смотрится сильнее, чем их оппоненты на своем пике. Но это, в принципе, обычная ситуация. Да? Все-таки пик команды Galaxy Racer, я думаю, даже здесь Tricked могут что-то показать нам с вами. В любом случае покажет. Но на своем пике будет все намного интереснее от них. Вот так вот. А вот теперь последний раунд первой половины. И денег не так уж и много у защиты. А Galaxy Racer довольствуются, в принципе, и калашами, и гранатами. Да. Вот как думаешь, многое ли зависит от этого раунда? Или все-таки намного больше, вот прям в миллион раз, зависит от второй пистолетки? Знаешь, на самом деле 10-5 или 11-4 это не такая уж и большая разница, но... Тут вот Лаки решил запушить мид и подловили его на этом Чоузе вместе с Допланом. Правда, оба очень сильно каленых остались, но не смог Лаки законтролить свой спрей сразу в двух игроков. Хотя, если бы была бы толстая МК, я думаю, шансов было бы намного больше. Мы видим коэффициенты 1.06 на Galaxy Racer. Ну, я думаю, букмекеры, конечно, в данном этапе хоронят игроков из Дании. Так, ну, по ХП просели сейчас атакующие, но это не так уж страшно, на самом деле. Такое ощущение создается, что даже парочку из них мертвы, да? Но это вот живые мертвецы, которые могут натворить еще таких дел. Ой, там просто позавидовать можно. Так, все защитники стягиваются у нас под Б сайт, точнее говоря. Именно сюда сейчас направлен вектор атаки. А может быть, стоит развернуться, кто его знает? Prime, как хорошо сейчас работает со своей фармилкой, этот парень меня заставляет кричать. Ситуация 3 в 4. Кир моментально стягивается под А, туда именно сейчас направлена бомба. Просто моментальные перетяжки. Вот слово «моментально» у меня засело в голове и не хочет оттуда выходить. Джуэл видел тень. А второго не знает. Про второго Кир может сыграть на этом. Сыграл Кир. Молодец. Красные игроки команды террористов все-таки установили бомбу. Ситуация 2 в 2. Ну, 9 плюс 12 хп. 21 на двоих. Ну, не знаю. Ну, для диска Доплана это не так важно. У него есть авик. Бомба поставлена под него. Ну, главное не вестись на фейки. Я думаю, будет как раз-таки фейковать, конечно же, игроки команды Tricked. Посмотри, ну, вот, первый фейк, и Чоузи без проблем забирает. Последний диск Доплан, он с авиком, и без проблем справляется с Праймом. Это 4-11, друзья. Все-таки Galaxy Racer за сторону атаки продемонстрировали филигранный тимплей. Действовали максимально уверенно. Стоит отметить Pleasure, данный рифлер жестко принимал коннектор и заставлял своих соперников терять их раунды, хотел сказать, но их не существует. Что ж, пистолетный раунд. Кто сможет нам показать? Точнее, я хотел бы увидеть что-то
интересно от Трикет. То есть всегда на оверпассе интересно наблюдать за пистолеткой атаки. Я думаю, на любой карте, конечно, но на овере, я думаю, лично в моем случае намного интереснее. Это тут столько возможностей, как можно разыграть. То есть, либо ты пойдешь на лонг и просто задушишь ассайд, либо через мид как-то. Если пойдешь на лонг, можешь сплетануть в коннектор, уйти под базу Б. Вариаций вообще очень много для реализации пистолетки. Mm-hmm. Всегда интересно именно за пистолеткой атаки наблюдать на оверпассе. Ну вот здесь что-то общее появляется с Инферно, да? Мне кажется, на Инферно тоже пистолетки довольно-таки интересные, там просто карта перетяжек. Ну, напоминаю, что у нас сейчас происходит оверпасс, это пик команды Galaxy Racer, потом Train, это пик команды Tricket, ну и если уж дойдем, то будем смотреть Инферно. 4-11, второй пистолетный раунд, много от него зависит, мне кажется, очень много. Если сейчас Galaxy Racer не отпустят, они будут давить до конца. Ну и таймер запустили уже, в принципе, да, 10 секунд до начала раунда. А вот коэффициент просто лидирует нули и единицы. Кто-нибудь переведите это из двоичного кода, я не могу прочитать, помогите, я не машина. Буду благодарен. Вот под Б все-таки действуют террористы. Посмотрим. Так, выход на Плезна. Плезна попытался в смог код прострелить. У него это не особо вышло на самом деле, хотя вот по прайму неплохо отдал по ХП, да. Бомба установлена, и довольно-таки сейвово будут играть террористы, они занимают позиции КТшников, да. Как так получается? Снова атака меняется местами защита, и хорошая позиция была у игрока команды атаки, но его там зажали Galaxy Racer всей толпой практически. Но выбежали. КВС. Вот квест плюс тиммейт, это просто что-то с чем-то. Минус Джой. Дейзон, вот это хедшот, фейк диффуз. Нужен еще один хедшот. Не залетает. Попадает Дейзон. Ну, просто времени не хватает молодому рифлеру, да. Я бы даже сказал, снайперу с юспа, если бы так можно было выразиться. Ну вот, просто времени не хватило. И Трикт, я спорт, берут пистолетный раунд. Вот тебе и на. Вот тебе и пистолетка на оверпассе. Действительно интересно. Влетели под смоки, заплентили, заняли просто идеальнейшие позиции для обороны. По-моему, никто их не ожидал увидеть в таких позициях. Тот же Зипс, на которого два игрока выходили спиной. В принципе, он мог их забирать в спину, да, но сложно было это сделать. Он сделал максимум для своей команды и не отдал нужные позиции. Ладно. Ну, тут, знаешь, второй... по стрельбе на самом деле были Galaxy Racer на высоте, и действовали они, в принципе, грамотно, но намного лучше была ситуация, конечно же, для Tricket. Занять позиции было много очень времени. Тот же самый Zipzit, если бы он там не сел, я думаю, мог бы раунд вообще по-другому развернуться. Но хоть и дал один минус, была ошибка его в том, наверное, что он начал стрейфиться, и за счет этого попали ему по шапке. Мог бы так, наверное, еще и забрать второго. Так, а что тут за ловушка в туалетах? Просто капкан какой-то. Вот Кир бы не наткнуться на этот капкан на этот, на самом деле. А мне вот интересно, в Германии действительно так туалет расположен? Или это так просто? Задумка архитектора. Ну, в смысле? Вопрос к чату. Ну, как-то интересно, не знаю. Такие проходики прям. Туннельчики. Красиво, в общем. Там наверху еще деревья растут. Немцы, что сказать? Ну да, кто был в Германии, плюс чат. Плюсы что-то не летят. Ну ладно. Ситуация 4 в 5. Выход на Б продолжается. Есть фраг для Квеза. Как он среагировал, я даже не представляю. Плайзен убивает голову своего визави. Прямого конкурента, я бы даже сказал. Ну и Прайм разменивает. Ситуация 3 в 3. Дискодопла на него возложена. Большие надежды на него возложены у команды Galaxy Racer. Его позиция должна сыграть ключевую роль. Но Лаки, по-моему, сейчас перекроет всех тиммейтов Дискодоплана и не оставит никаких просто шансов команде защиты. Есть буст на коробке на шарту.
Смотри, как спрятались ежики в тумане. Да, по-моему, смогут все-таки реализовать свой форс игроки команды Galaxy Racer. Последний остается Zipzit, его без проблем забирается Дезен. Дезен, по-моему, является, наверное, героем концовки этого раунда. Но, тем не менее, Флэшн тоже дал. Два очень важных минуса. Это 12 раунд в пользу шведов. Браво, смогли все-таки взять форс и не дают какого-либо преимущества своим соперникам. Что нам покажут триггет? Покажут ли ответный форс, либо же экономический? По-моему, за счет поставленной бомбы у них по 2500 имеется. Я думаю, что будут все-таки делать экономически. Ну, это будет, наверное, грамотное решение вот, для игроков прекрасные атаки. Прекрасные лица. Да, действительно, закупаются у нас Tech9 плюс Deagle. Ну и классическая фармилка маг-10. Немногое можно сделать с этой фармилкой, но в то же время довольно-таки такой мобильный девайс, поэтому его так любят. Ой, хорошо, прочекали сейчас квеза, есть информация по квезу, у квеза есть взаимная информация, да, по своему оппоненту. Ну и 12-5, не знаю даже от чего здесь оттолкнуться. Можно трикет, потому что взяли пистолетный и при этом проиграли второй раунд, это форс, да. От чего теперь ну, отталкиваться? Вот как... Довольно, знаешь, нестандартный такой форс. Есть один маг, три тека и дигл. Такой сетап, в принципе, я вижу впервые. Даже скаута нету, то есть. Ну, с такими девайсами только влетать куда-то. По-моему, как раз-таки под базу А собираются не влетать, раскидывать смоки, раскидывать флешки. Тут квест пытается фейкать базу Б, диско допла на это... Я так понимаю, не ведется. Слышит он своих оппонентов на банане. И вот просто принимает, остается ему урожай, взрубает первого. Пока что не спалил второго, но благо дает ему уйти. Плэжа на размене. Последние три игрока команды Трикет все так же попытаются зайти под базу А, я так полагаю. Но другого варианта разворота у них, конечно же, нету. Здесь Джоэл уже ловит лаки, Плэшен делает минус по квизу, и последний остается Прайн. По нему информация имеется, а есть у него Галил, который ему реализовать, к сожалению, не дают. Что ж, 13-5 в пользу команды Galaxy Racer, и нужно теперь делать все-таки экономический датчанам. Ну, потенциальный 14, я так полагаю, даже диглы вряд ли будут закупать датчане. Ну и Айвика нету, кстати, у Galaxy Racer. Понимают они прекрасно, что сейчас нужно ждать экономически и попытаться просто расформить, расстрелять своих оппонентов не на дистанции, так скажем. На ближней дистанции. Ну да, ну просто сейчас Айвик действительно не нужен, ты прав. И в принципе с глоками, кстати говоря, на оверпассе довольно-таки большое количество пистолетных раундов берется. Как ни странно, вот статистика где-то, я ее потерял, честно, сейчас не найду, точные проценты вам не скажу, но почему-то на оверпассе действительно пистолетки с глоками какой-то фантастический, что ли, эффект имеют. Джоэль пропускает людей в спину, ты только посмотри, они сейчас через банк зайдут на Б, бомбу установили при этом на А и будут отыгрывать, ну, великолепно, Трикт прорвались сквозь своих оппонентов и сейчас будут уже доигрывать этот раунд. Да даже в меньшинстве, это не суть важно, вы поставили бомбу, значит, в следующем раунде у вас будут деньги. Еще и двух игроков да, забрали, действительно, каким-то чудесным образом пропустили полностью лонг и вообще даже не слышал игрок на банане о присутствии соперников на длине. Ну, поставлена бомба, но ничего страшного, конечно же, для Galaxy Racer. Это 14 раунд для них и предпоследний раунд. Mm-hmm. Точнее, два раунда до победы на первом карте на своем пике. Друзья, ни в коем случае не забывайте про промокод BLAST на сайте LootBet. Пишите в чате BLAST, кликайте на баннер по трансляции. И 100% бонус для первого депозита и 35 фриспинов, конечно же, ждут вас. Не упускайте такую возможность. А тем временем команда Трикет. Есть у них авик, есть также 4 калашникова. Граната тоже имеется для захода на какой-то из плентов. Как они это смогут реализовать, будем наблюдать прямо сейчас. Пока что довольно медленно, но две хаешки на буст, я так полагаю, делают свое дело. Ай-яй-яй, вот это, конечно, обидное начало раунда для команды Galaxy Racer, но, тем не менее, диско доплан немного начинает уменьшать разрыв в численном составе, но ситуацию для Galaxy Racer это, ну, наверное, только немножко улучшает. И врыв на лонг от двух игроков, туда же, скорее всего, пойдут два игрока с ямы, также бомба тоже присутствует у квеза, аккуратно чекают все позиции, Зипзи тут
прочекает курилку. Спалил ли? По-моему, дуло спалило, либо плечика. Да-да. Ну и подловили здесь все-таки диска Допмана, да. 2-4 ситуация, заход под базу А. Туда же стремятся игроки Galaxy Racer. Ну тут с банка. Не смог все-таки Чаузи принять. Это 6-й раунд для коллектива из Дании. Но там два молотого в банк полетели, как пирохиновые бомбы, просто сожгли все на своем пути. И Дейзен последний, ему нужно сейвить сейчас свой авик на следующий раунд, отдают все-таки Galaxy Racer раунд своему оппоненту. Но знаешь, если бы они взяли сейчас 15, то в принципе игра закончилась намного быстрее, и именно на ошибках сейчас Трикет будут играть, то есть на ошибках своих оппонентов. Разумеется, так оно обычно и происходит, но сейчас Трикт понимает, что у них есть шанс закамбэчить и даже выиграть эту игру. Так, Дезен пытается запрыгнуть там на полочку. Ты запрыгивал на эту полочку? Друзья, кто запрыгивал на эту полочку? Вот у меня, по-моему, не получалось ни разу. Да я и не пробовал особо. Там на лесенке есть полочка. Знаешь, в этом раунде, на самом деле, я бы даже не сказал бы, что Galaxy Racer в этом раунде допустили какую-то ошибку. Ну, не повезло, и зачитали их, конечно же, Трикет, закинули две хаешки, такие лайфхакерские хаешки, и забрали сразу двух игроков базы Б. Это сразу дало свои плоды, перетяжка под базу Б, и по итогу поставлены бомбы на А. Без каких-либо проблем приносит, конечно же, раунд стороне атаки. Но, тем не менее, деньги присутствуют у Galaxy Racer. Также есть авик у Чоузи. Розыгрыш этого раунда вполне возможен для них. Ну и также для игроков атаки. Есть у них и авик, есть и хорошие девайсы. Но намного лучше действует, конечно же, снайпер игроков обороны. Тем временем под лонг снова стремятся два игрока. Услышат ли в этот раз наконец-то их диско-доплан? Я думаю, что да. Как раз-таки плэш начинает перетягиваться. А диско-доплан в этот момент будет заходить в спину и собирать максимально возможно для себя урожай. Должны сейчас показывать его. Забирает первого. На второго хватит ли мощи? По-моему, ну, должно хватить. И тут в курилке должны подловить все-таки игрока атаки. Ситуация 3-5. Но есть информация по Зипситу. Он довольно сильно каленый. Должны его все-таки без проблем, думаю, разбирать игроки обороны. Что же, будем наблюдать. Да, но там Prime уже практически отправился в следующий раунд, 3 хп остается у молодого игрока, Дезен все-таки сделал свое дело и убил своего соперника. Что ж, квест плюс зипсвит, кто кого, но, судя по всему, контртеррористы дожмут и здесь уже не отпустят своих оппонентов далеко. Что ж, неплохо, 6-15, матчпоинт, даже нет, если верно сказать, маппоинт, да, для команды Galaxy Racer. Ну и пока оверпасс не закончился, все-таки хочется поговорить о интересных фактах данной карты. Я вот узнал где-то месяца 3 назад, что действие происходит, во-первых, в Берлине, на карте оверпасс, но вот телебашня, которая стоит, она вообще не берлинская, то есть она из другого города. При этом еще и небо, фотография неба была сделана вообще в Праге, то есть все, что здесь от Берлина, это только парк. Вот такой вот конструктор Лего у нас получился на карте Overpass. А, несмотря на экономические трудности, террористы все-таки смогли закупить для себя снайперскую винтовку и отдали ее Лаки. Но надеюсь, что удача будет действительно преследовать этого игрока, и он попадет по своим оппонентам, сделает что-то красивое для нас с вами, как было в первой половине, да? Вот, кстати говоря, этот матч вообще отличается красивыми моментами. Пока что их, ну, никак по пальцам посчитать. Действительно, их много. От обеих команд при этом. Диско-доплан тем временем зарубает двух игроков с коннектора. Это попахивает маппоинтом, друзья. То есть карты в пользу Galaxy Racer. 3-5. Ну, заход под базу Б, конечно, есть. Вот два игрока зигзага. Их не читает, скорее всего, трикеды. Тут... Ну да, выход под базу Б, Дезен этот выход отменяет, бомба подбирается довольно далеко, ну, Прайма тут зачитают ли? Должны, наверное, ну, если плохой тайминг, как раз таки вот он и случился для Дезена, Прайм делает этот минус, ситуация 2 в 4, больше идти некуда, нужно срочно ставить бомбу, и последний остается Лаки, по нему информация имеется, кидал он только что смог, но дело флешки, дело тайминга, дело выхода для Galaxy Racer решает, конечно же, карту оверпасс в их пользу. Ну и в итоге 16-6, друзья, все-таки Galaxy Racer одержали победу. Но мы уходим на небольшую музыкальную паузу и уже будем смотреть трейн, пик команды Трикет.
Just take me to